финском местечке Кирка туристов было немного, пока 100 голландских студентов не создали 30-метровый макет знаменитого барселонского храма Саграда Фамилия Антонио Гауди в натуральную величину изо льда и опилок на фоне зимнего пейзажа. Туристов Кирка теперь не сосчитать. Михаил Бронский в глубинке Архангельской области, в родовом доме, где жили его прадеды, создал масштабное производство иван-чая, дав работу десяткам семей из деревень в радиусе 70 километров. Деревушка Звоз в Холмогорском районе – особый колоритный уголок, где собирается разный люд – художники, музыканты, фотографы, театралы из столиц российских и зарубежных. Они фотографируют, рисуют, ставят спектакли, дают концерты. Умирающая деревня стала престижным богемным местом. Творческие индустрии определяют вашу жизнь. Они появляются везде. На депрессивных территориях, где закрываются промышленные предприятия, где надо удержать людей, дать им занятия, чтобы они могли в том числе и заработать, привлечь инвестиции, заняться предпринимательством. Там, где необходимо возродить жизнь. Творческие индустрии появляются там, где и без них, казалось бы, есть чем заняться. Например, в промышленно развитых регионах. Здесь, как медом намазано, для тех, кто жить не может без новых технологий. Модные интерактивные игры и популярные приложения для смартфонов – это тоже креативные индустрии. А в общепризнанных культурных центрах, таких как Санкт-Петербург, творческие индустрии не могут не появиться по определению. Здесь взаимодействие культурного наследия и новых творческих инициатив строится весьма гармонично, потому что есть на что опереться. Но в любом случае творческие инициативы из воздуха не появляются. Понимая, как важно развивать новые сферы экономической активности и поддерживать их рост, задумали и реализуют проект «Объединяя креативность». Проект нацелен на помощь представителям творческих индустрий в плане поиска партнеров и выхода на международный рынок. То есть творческие индустрии северо-запада России и северных стран, нам нужно как-то помочь им найти друг друга и соединить их. И именно вот эти круглые столы – это некая попытка, возможность собраться людям из разных стран, регионов, чтобы обменяться своим опытом и построить какие-то партнерские отношения. Услышать о чем-то интересном, там, заинтересоваться чьим-то опытом. И, по крайней мере, я очень надеюсь, что после круглого стола тот, кто увидел в другом какого-то потенциального партнера или в его опыте увидел что-то интересное, они всегда могут после пообщаться или, опять же, обратиться к нам, узнать контакты и потом продолжить уже в рамках там, своих двусторонних отношений развивать как-то контакты, делиться опытом. То есть мы, скорее всего, пытаемся предоставить некую платформу для общения и для поиска партнеров. Творческие индустрии развиваются с разной скоростью в разных странах и в разных отраслях. Получить новые знания, поделиться своим опытом во время запланированных встреч смогут творческие предприниматели, участвующие в проекте от северных стран и северо-запада России, как инструмент обмена «Круглые столы». Первая встреча была назначена на июль в Архангельске. Началось все со знакомства с местным традиционным творческим бизнесом. Началось все с посещения музея «Малые Кореллы». Музей деревянного зодчества и народного искусства находится в одном из самых живописных мест Архангельской области. Открылся музей чуть более 40 лет назад. Классический пример креативной индустрии – музей «Малые Кореллы». Здесь, под открытым небом, собраны уникальные памятники деревянного зодчества. На территории 140 гектаров – 120 различных строений – церквей, мельниц, крестьянских усадеб. На территории музея 6 секторов. Каждый сектор представляет собой модель поселения с характерной для того или другого района планировкой и наиболее типичными постройками. Если до музея-заповедника Кижи нужно добираться по воде или по воздуху, то до музея Малые Кореллы 25 километров от Архангельска. И вот вы уже прикасаетесь к преданиям старины глубокой. Где-то я уже это слышал и видел. Может быть, поэтому интуристов здесь на первый взгляд гораздо больше, чем соотечественников. Музей создавался классическими учеными с классическим подходом к исследованиям. Научные сотрудники создавали интерьеры изб и тематические выставки. Сегодня, чтобы привлечь туристов, а следовательно получить дополнительный источник дохода, необходимо придумывать новые формы, проводить праздники, устраивать фестивали.
Работа объединителей креативности Севера продолжилась за круглым столом. В Архангельске обсуждали, как помочь интернационализации творческого бизнеса и как выявить этот самый креативный бизнес, чтобы потом его поддержать. А найти не так легко. Понятие творческих индустрий до 2014 года не было зафиксировано ни в одном из стратегических документов Российской Федерации. Сегодня хотя бы понятно, что это промышленный дизайн, индустрия моды, издательский, музыкальный бизнес, книготорговля и много что еще. Отсутствие программ отмечает недостаток источников и объемов финансирования этой сферы. Творческие ресурсы, человеческий капитал и дизайн выступают в качестве основы региональной конкурентоспособности Республики Карелия. В то же время особенное значение для регионального развития приобретает управление человеческими ресурсами в контексте базовых, в том числе культурных, исторических, этнических особенностей территории. Однако в настоящее время нет ни одной программы, ни федеральной, ни региональной, которая бы поддерживала эту отрасль. Есть культурная политика. Вот сегодня опять звучало вот великолепное выступление Варвары Лебедевой, которая так действительно очень структурно представила опыт Карелии, которым многие восхищаются и по праву. Действительно, то есть это, пожалуй, единственный регион в России, который так последовательно осуществляет именно культурную, государственную культурную политику, направленную на поддержку творческих индустрий. И, включая в себя, конечно, вот это все ремесленное дело, сувенирные, вот такие вот народные промыслы. Но, тем не менее, все равно идут по-крупному. Так вот эта самая культурная политика что определяет? Она определяет приоритеты. Приоритеты чего? Приоритеты государственного финансирования. То есть управление осуществляется очень просто. Не надо брать и управлять. Ты определяешь, как государство, что ты поддерживаешь. Вот ты объясняешь, что мы считаем, конечно, на этапе формирования этих приоритетов важно работать с государственными органами, нужно доносить свои взгляды, пожелания, потребности. Так вот, после того, как уже эти приоритеты утверждены, трудно получать финансирование на что-то иное. А в этом исключается большая государственная поддержка и субсидии, которые получают, в частности, на проекты творческих индустрий. Каждый проект, по большому счету, ищет поддержку самостоятельно. По всему Северо-Западу, скажем, раскиданы арт-резиденции, весьма успешные, по словам их создателей. Арт-резиденция в Санкт-Петербурге на Пушкинской, 10, расположена в историческом центре города, где сосредоточена основная часть художественных музеев, галерей, достопримечательностей, магазинов и кафе. Резиденция предоставляет участникам жилое и рабочее пространство. Программа открыта для художников разных направлений, таких как визуальное искусство, новые медиа, кино, литература, а также кураторов и исследователей. Главное условие для участия в программе – идея интересного проекта и желание работать в новом культурном пространстве. Если смотреть на другие большие проекты, то наш вклад, вот этот вот капитал креативных индустрий, он не очень большой. То есть есть программы и проекты, где задействованы гораздо большие бюджеты, где производится гораздо больше, извините меня за выражение, культурных продуктов и услуг в сфере культуры и искусства. Но так или иначе, то есть наша схема, которая, с одной стороны, вовлекает работу, конечно, с финансами, с другой стороны, создает что-то творческое и креативное, это вот такая схема, которая может быть примером. Но все это разрозненные попытки развивать творческие индустрии, которые скоординировать хоть отчасти и призван проект «Объединяя креативность». Примером вполне может стать шведская губерния Вестерботтен, один из партнеров проекта. У них есть целая стратегия, которую принимают каждые 3 года. So the document is based on the national document for creative industries. So there is a national document for all of Sweden, and then each of the regions make their own version. But of course, it has to be very similar to the national one. But you can make regional changes. What if I can say something like this? That because Västerbotten is one of it's a region in Västerbotten. Many people are moving out of Västerbotten, and we see creative industries as a way to keeping people in the region. So creative industries can, on the one hand, it can create an attractive living environment, but on the other hand, it will also employ people to stay in the region and then also maybe encourage people to move into the region. So this is one of the main reasons we have a specific strategy for creative industries.
Так или иначе, тактика или стратегия, большие многолетние государственные программы или небольшие частные арт-проекты – все идет от идеи, от личности, от творца. А поддерживать его можно по-разному. Пожалуй, самая известная, распространенная форма – система грантов и конкурсов. Малые и средние креативные предприниматели всего мира знают, что такое Creative Business Cup – конкурс бизнес-идей, победителями которого может стать каждый предприниматель, если его идея по-настоящему инновационная. Creative Business Cup is the global initiative for creative business. We empower and strengthen creative startups. We do it mainly on based on a competition where we have this year 70 countries participating with national winners from their own country, and they all come to Copenhagen in November and compete against each other in being the world's most creative startup. That's one way. Another is what's called the Creative Business Challenges, where we have larger established companies or cities or regions or larger companies in general. They tell us what is their challenge right now, or they want to know what is going to be our greatest challenge in 10, 15, 20 years. And we make a global call for all entrepreneurs in the entire world, actually, and say, can you tell us what is the question to this challenge? Like, how would you proceed? Internationalization for all the startups, that's the main part. Like I was saying in my presentation earlier, the creative startups, their market is usually international, which means they need a network that's international. They need investors or financing, not just from maybe their own country, but internationally, because their market might be more in Paris than it is in Berlin or... Первый шаг в объединении креативности северян сделан. Эксперты собрались вместе, на время забыв об отпуске, получили первые впечатления друг от друга. Заседания продолжаются. Такие встречи визуальные, когда можно глаза в глаза поговорить, найти своих партнеров или найти какие-то выходы в другие страны. Или второе, вот для нас это достаточно важно, одно из мероприятий проекта, это создание сайта, это такая виртуальная площадка, на которой мы можем, все-таки разбросанность партнеров от Исландии до Архангельской области, это значительно большая, чтобы можно было вот с друг с другом общаться, перенимать там опыт, находить контакты и так далее. Вчера был первый круглый стол. В октябре больше будет такая практическая работа, где мы должны подобрать наших сферы вот, творческих индустрий, представители, чтобы они могли съездить уже так на практике, там, мастер-классы посмотреть, там, поучаствовать в практических таких занятиях. В российском понимании творческие индустрии – это прежде всего ремесла, все, что сделано своими руками, когда идеи черпаются из истории. Но творческие индустрии – это и IT-технологии, и дизайн, и мода. Об этом уже на территории Швеции и Финляндии.